Александр Побегалов, главный тренер футбольного клуба «Шенкашки» на Таре. Наработали мы, скорее всего, на ничью, на победу не наиграли. Отсюда, наверное, закономерный результат. Хотя во втором тайме обе команды, понимая, что нужно счастье искать у ворот соперника, по паре тройки моментов достаточно опасных создали. Но для того, чтобы выигрывать, иногда хватает полумомента, но сегодня не хватило этих моментов ни той, ни другой команде. Отсюда и нулевая ничья. Вопрос есть?